Если бы я хотела рассказать о мире людей, я рассказала бы о том, как однажды все обретает смысл. И когда это происходит, ты сразу узнаешь. Как после долгой ночи узнаешь солнце. Как деревья узнают весну. Как корабли узнают море. Если бы я хотела рассказать о людях, я сказала бы, что они умеют любить. И что их любовь живет не 3 года и не 30 лет. Она живет вечно, но выбирать ее нужно каждый день заново. Каждое утро ты открываешь глаза и чувствуешь, что красная птица все еще бьет крыльями в твоей груди, и сияющий шар горит в солнечном сплетении. И ты говоришь: «Я выбираю тебя. Сегодня я выбираю тебя». И надеешься, что так будет каждый день до конца этого мира. Если бы я хотела рассказать о мире людей, я сказала бы, что все в нем непостоянно. И только это чувство не может присытить или надоесть. Потому что это как свет в океане, неотделим от твоей радости. И ты считаешь дни: 5, 28, 54, 256. Потому что ты еще никогда не был так счастлив. И не можешь поверить, что все это досталось тебе. И только когда никто не видит твоего лица, ты просишь всех богов расширяющейся вселенной: пожалуйста, пожалуйста, дайте мне умереть раньше него. Потому что иначе я не справлюсь. Иначе я не справлюсь. И если бы я правда понимала хоть что-нибудь о мире людей, я бы сказала, что в конце концов над всем, что я о них знаю, стоят только любовь и смерть. Смерть, которая придает жизни ценность, и любовь, которая придает жизни смысл. И в день, когда ты понимаешь это, ты вычеркиваешь из книги имен историю о жизни великих людей, большую историю, и вписываешь туда маленькую о себе, в надежде, что ее услышат и поймут правильно. Потому что я выбираю тебя каждое утро. Сколько бы километров и световых лет не было между нами. Потому что ты мой свет в океане. Потому что я хочу быть с тобой до тех пор, пока нелепая смерть не разлучит нас. До тех пор и немножко дольше. Если боги расширяющей вселенной и духи квантовой запутанности будут ко мне добры.